Ну что, друзья, всем доброе утро. Ставь лайк, подписывайся на канал, если ждешь обновления в игре Brawl Stars. Интересно, что добавят. Хочешь получить все платное, бесплатно? Все это будет совсем скоро на канале. Уже завтра, дорогие друзья, уже завтра будет Brawl Talk. На официальном канале Brawl Stars разработчиков уже появилась премьера завтрашнего Brawl Talk'а. Честно сказать, я поражаюсь цифрам, которые набирают Brawl Talk'и. То есть, если посмотреть предыдущий Brawl Talk, то он набрал 20 миллионов просмотров. Честно, я не чекал до этого и не обращал внимания, не следил за статистикой. Но я офигел, 20 миллионов просмотров. Слышите, выход обновы в игре Brawl Stars приравнивается к выходу нового айфона. Мы с вами Вилсаком, черт возьми, блин. Серьезно, то есть завтра будет просто разрыв. И действительно, на самом деле, все говорили, что обнова будет, не глобальная, мелкое обновление будет. Ничего особенного, там, фиксы, ремоделинг, там, может, какой-то новый скин и все. Но нет, офигеть как нет. Во-первых, два нововведения в игре будет. Я вообще никак не комментировал и не записывал ролики про снэкпики, хотя их снэкпиками не назовешь. Разработчики совсем недавно как-то все по-другому стали публиковать. Вообще как, проходит Brawl Talk, потом официальные ютуберы разжевывают каждую тему параллельно, отдельно. Раз там про режим рассказали, про персонажа рассказали, и когда все снэкпики вышли, у нас что? Выходит обнова. Будут снэкпики сейчас или не будут, я не знаю. Ну, должны быть, по крайней мере. Но разработчики преждевременно сливают какие-то странные такие пасхалки, скрины. На данный момент я хочу обсудить завтрашний Brawl Talk. Небольшие есть мысли, небольшие есть догадки, и черт возьми, много несостыковок и вообще не вижу логики. Итак, давайте по порядку. Завтра, в 10.00, через 20 часов на канале Brawl Stars, вот здесь, выйдет Brawl Talk. Конечно же, я на канале его сделаю реакцию, посмотрю. Значит, что нам уже известно? Во-первых, первое, нам известно, что добавят Brawl Pass. Brawl Pass — это то же самое, что и в Clash Royale, я вам уже про это рассказывал еще задолго, да, то есть, это все было неофициально, нельзя сливать, но я вам уже намекал, что будет кое-что интересное, это Brawl Pass. То же самое, больше наград, эксклюзивные предметы и там разные плюшки. Стоить он будет приблизительно так же, как и в игре в Clash Royale, 5 баксов. Мне кажется, 100% будет стоить именно так. Но помимо Brawl Pass'а, нас еще интересует вот эта штука. Вот эта черная, видите? Это что у нас? Силуэт нового бойца. Вот тут очень интересно. Потому что на скрине я изначально подумал, это какой-то новый скин на Пенни. Или, я не знаю, это Динамайк с пылесосом. Ну что это? Ну, все персонажи, они похожи. Но, зайдя в твиттер разработчиков, мы наткнулись на вот эту вот картинку. Просто, и знаете, и потихоньку пазлы начали сходиться. То есть, ну, в плане зарисовки силуэта, в плане вот что можно представить визуализации этого нового бравлера. И вот здесь, ребята, реально и отсылки есть, и небольшая разгадка, что за новый персонаж. На этой картинке я смотрел, пытался что-то понять. Я не знаю, почему именно изображен телефон мистера Пи. Может, это, знаете, персонаж будет от мистера Пи. То есть у нас есть, да, Роза, у нас есть, ну, семейство ботаники Роза, кто у нас, Спраут, кто у нас еще там, вот, из растений, забыл. Вот. Вот, возможно, новый персонаж будет из, я не знаю, из роботов, чем-то похож на мистера Пи, но неважно. Вот какая-то тянется новая рука. Возможно, вот эта рука как раз-таки рука нового персонажа. Вот если посмотреть, вот в принципе, да, перчаточка есть. Уже можно сложить силуэт, что она будет зеленого цвета. Но это лишь догадки, ребята, это лишь догадки. Дальше. Видим Brawl Pass вот здесь на скрине. То есть завтра будет Brawl Pass. Есть вот такой вот какая-то записка. Сейчас мы про нее поговорим. Brawl Talk. И смотрите, эмодзи, ребята, эмодзи. Там Тара показывает лайк. Отвечают. Мне кажется, добавят эмодзи.
100% их добавят. Ну, по-любому. Ну, смотрите, ну, все сходится. Brawl Pass, он такой же, как и Clash Royale. Должны быть скины, эмодзи, сундуки, золото там, еще что-то. Ну, тогда надо напихать по максимуму, чтобы Brawl Pass покупали. Так что нам, скорее всего, придется ждать эмодзи. Возможно, я ошибаюсь. Ребят, у меня нет никакой инфы. Я лишь просто складываю пазлы, которые в моей голове. И вот, ну, много было разных шумов и сливов по поводу того, что добавят эмодзи в игру. Вот, скорее всего, это случится. Вот, конечно, не очень хотелось бы БМ увидеть в игре. Так вот, а что на этой записке, ребят? На этой записке написано: почистить снег, фикс чего-либо, что-то пофиксить. И последнее, no breaks. Итак, почистить снег, пофиксить что-нибудь и без перерывов. Дорогие подписчики, пожалуйста, любые ваши догадки, любые ваши какие-то предположения пишите прямо сейчас в комментариях. Ну а мы давайте собирать потихонечку картину. Итак, почистить снег. Что? Ребята, это зимний персонаж. Это реально зимний персонаж. Ну, либо мне просто, я не знаю, закапать глаза надо, либо я балуюсь, но у него или у нее, кстати, возможно, это она. Вот я делаю ставку на то, что это персонаж женского пола. Сейчас объясню. Вот шапка, да? Она явно не летняя. Она явно зимняя. Ну, судя по всему. И далее идут волосы. Видите, вот здесь вот. Оп. Вот эти контуры волос. Мне кажется, это будет девушка. Девушка. Девочка. Вот. Но, помимо шапки, еще смотрите, перчатки четко видно. Ну, четко ж видно, что это перчатки. Вот здесь перчатка и вот здесь перчатка. И у нее какой-то, я не знаю, шланг. Что он делает, я вообще без понятия. Ну, если почистить снег, возможно, он воздухоотталкивающий какой-то будет иметь, не знаю, функцию какую-то воздухоотталкивающую. Без понятия. Но, ребята, все отсылки на то, что это будет зимний персонаж. А вот тут уже, знаете, уже нет логики. Вот я прихожу к тому, что нет логики. Вспомните наше зимнее обновление в игре Brawl Stars. Что нам добавили разработчики? Корабль и пираты. Нам добавили зимой летнее обновление. Пираты, море. Как же это символично, да? Как же это подходит под сезон? Сейчас нам летом добавляют зимнюю обнову? Или это все-таки намек на то, что теперь зимой тепло, а летом будет холодно? Я не понимаю, почему так происходит. Объясните мне. Или я что-то неправильно понял. Поэтому я вот как-то так себе в голове представляю завтрашний Brawl Talk, что... кстати, что нам еще известно? Нам еще известно, что будет радужный боец, я об этом на канале не говорил, но вы знаете. И вот как раз-таки, возможно, этот боец и будет новой редкости. Хотя, опять же, нам ничего не известно про редкость Бравлера. Будет она круче легендарки, будет она хуже легендарки. Пока ничего не понятно, по крайней мере, я ничего официально не нашел. Какие-то догадки, это такое. По поводу билетов тоже еще новость. Это последний шанс у вас потратить билеты. С пятницы будет последняя раборубка. Ну, возможно, не последняя, но я имею в виду за билеты. При разблокировке будет 20 билетиков. Если хотите потратить билетики, то последний шанс у вас есть их потратить. Если не хотите тратить билетики, внимание, вы обменяете 10 билетов на один гем. 10 билетов на один гем. Если... Слушайте, ну, выгоднее нафармить сундуки. Потому что, ну, за гемы много сундуков не купишь. Либо, если вы хотите там, конечно, какую-то акцию, либо скин, тогда да. Тогда, возможно, билеты стоит сохранить. Вот. Это по поводу предстоящих изменений. Ребят, на этом пока вся информация. Теперь осталось дождаться Brawl Talk'а и дождаться обновы. Меня интересует вот последняя надпись. Без перерывов. Вот что это значит? Без перерывов. Знаете, сразу мысль приходит в голову, что без тех перерыва обнова будет. Просто вот параллельно Brawl Talk и обнова. Но нет, я не знаю, честно. Вот вы знаете, что
У меня с фантазией всегда было туго, поэтому давайте раскрутим эту тему. Вы теперь, я думаю, вы и без этого видели уже эту картинку. Напишите, что вы знаете про это, напишите, что вы думаете про это. Почистить снег, пофиксить что-то, ладно, понятно, там фиксить хватает в игре чего. Хотя я сейчас не сильно обращаю внимание на баги, но говорили, что в босс-файте, то есть не в босс-файте, а в бой с боссом опять, да, в босс-файте, опять же какой-то баг там обнаружили с Шелли. И лаги есть на серверах, и много разного другого. Я думаю, что фиксить достаточно. Но вот что почистить снег и без перерывов, пока непонятно. Вот. В общем, я жду завтра Brawl Talk с нетерпением. Я думаю, что этот Brawl Talk просто разорвет. И вот смотрите, еще один эмодзи. Видите, вот эмодзи. Они просто спойлерят эмодзи. Ребята, будут эмодзи. Мне так кажется, что эмодзи добавят в игру. Вот и все. В общем, Brawl Pass, понятно, что будет стоить денег. Какой редкости персонаж, мне лишь стоит догадываться. Радужный, что это вообще такое, честно, я вообще с этим не разобрался. Сколько он будет стоить, будет хуже или лучше он легендарки. Будет ли он вообще выбиваться из сундуков или там где-то будет на... Хотя, ну опять же, у меня мало инфы, но... Очень интересно, очень ждем, ребят. Вы не обращайте внимания на то, что... Я так плохо выгляжу и так плохо разговариваю. Вчера на стриме мы с вами играли почти 9 часов без перерыва. Я лег спать где-то в 6 утра, проснулся, вот, вижу, разработчики опубликовали премьеру, сразу пошел для вас пилить, потому что я пропустил радужного персонажа, я пропустил Brawl Pass, я про это не пилил на своем канале, потому что что там, картинка и все, и высасывать с картинки информацию. Но сейчас уже реально есть пазлы, я их попытался сложить в этом ролике. И если подвести итоги, значит, нам ждет, мы ждем Brawl Pass, судя по картинке нового персонажа, эмодзи, и я думаю, что много чего еще я здесь не заметил, потому что вот еще какая-то шляпа есть, видите, да, там вот кусочек метлы какой-то, вот, и, ну, пока тут никаких больше намеков на что-то, на какой-то слив нету. Разработчики очень грамотно подошли и не сливают вообще инфу. То есть нету никаких сливов в инете и во внутренних файлах. Поэтому стоит только ждать. На этом все, ребят. Если ждете обнову, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комменты. Всем спасибо, ждите, сегодня будет еще один видос. И желаю вам удачи, до новых встреч. Всем, друзья, пока.